Мы продолжаем с помощью Всевышнего короткие комментарии по Вильнинскому Гаону, к Пирке Авот, в основном поиск источников, в Танахе к Пирке Авот, как мы уже говорили. Но посвящается для Тахар Гоним, Шерагу, Батаси, Вихоль Исраэль. Значит, мы дошли до 10-й Мишны, 3-го Перека. Это продолжение того же самого мудреца, который был упомянут Рабби Ханин бен Доса. До этого он сказал, что важно богобоязненность, да, это еще важнее, чем Тора. Если у человека боязнь греха перед его мудростью, тогда мудрость тоже будет у него поддержится, да, но если нет, то и мудрость его никому не нужна, если он не боится грешить. Так вот, дальше он еще говорит одну вещь, что любой, кого приятно к нему относятся другие люди, тогда и Всевышний к нему хорошо относится. А наоборот, если люди к нему относятся плохо, да, если он противный человек, то и Всевышний им недоволен. Вот. Очень интересно, что он такую удивительную вещь мог сказать. Да, нельзя сказать, что большинство великих мудрецов Торы, например, или те, которых мы считаем гдолим, были такими, кого большинство людей любили. Да, и с другой стороны, есть множество людей, которые чрезвычайно популярны, их любят все, но трудно поверить, что Всевышний так уж ими доволен. Я не знаю, нужно ли мне приводить примеры. Я уж не говорю о разных там тиранах, которых в своих странах любили и чуть ли не обожествляли. Да, какого-нибудь там Мао Цзэдуна. Но я говорю, даже вот о свободной стране, как Америка, да, кто здесь популярен, разные там актрисы голливудские. С другой стороны, человек, которому приходится упрекать людей, потому что он действительно праведный еврей и лидер, и ему приходится быть строгим в каких-то ситуациях, и он видит, что только этим способом можно людей улучшить, да, как Ильяху в свое время. Вот мы как раз на уроке, который я сейчас делал по Русинскому Талмуду, обсуждали Ильяху, когда он поклялся, что не будет дождя, пока не скажет, да, чтобы люди исправились. Наверняка люди к нему не особенно хорошо относились в этот момент. Но, тем не менее, ему пришлось это делать. И были раввины тоже, которые были очень строгие, которым приходилось наказывать часто людей, но это не значит, что Всевышний их не любил. Вот. Поэтому я думаю, что здесь соль нашей Мишны в том, что это тоже важно. То есть быть хорошим, приятным человеком, да, чтобы быть настоящим хорошим евреем, нужно стараться, где это возможно, быть хорошим человеком тоже, и чтобы любовь людей на тебя распространялась. Помогать им всячески, когда есть возможность, и так далее, любить их. Но это не значит, что сделать то, что популярно среди народа, да, и что тебя бы избрали, допустим, большинством голосов, если бы ты баллотировался на что-то. Это не совершенно не обязательно. Да. Он здесь пишет, Гра, что есть пасух Мишле, конечно, Маца Хэн Весехальто, Бене Луким Ваадам. Кажется, уже цитировал этот пасух именно вот в контексте Пирки Авот. И найдет он приятность и в глазах и Всевышнего, и человека. Так. Следующая часть этой же Мишны, в нашем издании, это та же самая Мишна, Рабби Доса бен Харкинас, он говорит, что три вещи человек выводит из этого мира. Четыре даже, извиняюсь. Шина шель шахарит, если он спит много утром, да. Вино днем. Пустые разговоры детские такие, знаете, детская ба-ба-ба, да, бултология. И сидение среди необразованных людей, да, простых, неправедных, необразованных, то, что называли амейгарец, да, для человека земли, да, это у них было выражение для людей, которые неправедные, необразованные, и много чего делают не так, и, конечно, о Торе не могут говорить. И, соответственно, сидеть среди них, все эти четыре вещи уводят человека из этого мира. Фактически это разные времена, согласно Гра, в другом месте он пишет, что это разные времена здесь упомянуты. Да? Есть, значит, утро, когда он проводит тем, что просто не хочет вставать вообще, валяется в кровати. Потом к полудню, да, когда он, наконец, вылез из кровати, он начинает день с того, чтобы напивается как следует, да, пьет вино. Вот. А к вечеру, да, он просто сидит на лавочке и болтает глупые разговоры среди необразованных людей. Вот это те вещи, которые уводят человека из этого мира. Ну, в особенности из будущего мира, да, не дают ему часть в будущем мире. Да, в этом мире он иногда даже проживет, может быть, долгую жизнь. Некоторые из этих людей стареют тоже и также продолжают всю жизнь вести пустую, да, пустоту и щиту, гнаться за ней. Но, в всяком случае, в будущем мире уж точно он много не заработает таким образом. Гра приводит следующие источники. Значит, насчет спать утром. Это есть пасух Мишлей, что как дверь двигается на своем
на своих болтах, да, знаете, так скрипит. Также и лентяй, он на своей кровати переворачивается и ничего не делает и не хочет вставать. То есть Мишле, я уже говорил, у них очень много стихов, которые сравнивают что-то с чем-то. И автор, видимо, считал, что это будет понятно, во всяком случае, поколению читателю, что более простой из двух, его сравнивают с более сложным. То есть это как это. Так они выражались. Они не пытались объяснить что-то длинное. Да? Книги тогда были короткие, и выражения были емкие, да, афоризмы, да, короткие выражения, которые много включают. Поэтому получается, что человек должен был понять, что из этих двух более очевидное, и по нему выучить что-то, что хочет сказать автор про второй вариант. Значит, в данном случае он сравнивает лентяя, который валяется на кровати, с дверью, которая болтается на своих петлях, да, дверь, которая поворачивается на петлях, да, и лентяй, который валяется в кровати. Здесь кажется очевидным, и так выглядит из перевода на арамейский Мишле, да, из Таргума, что Мош или Нимшель здесь, что то, с чем сравнивают, это дверь, а то, кого сравнивают, это лентяя. Да, что как дверь, видимо, которая сколько ни крутится туда и назад, она никуда не двинется, да, она все время на одном месте двигается. Также лентяй, который крутится в кровати, никуда не двигается, и поэтому ничего не добьется. Вот. Есть другие объяснения этого псука, и не все комментаторы принимают эту гипотезу, которую я предложил вам, что большая часть Мишлей нужно понимать как именно сравнение А с Б. Более очевидный случай, с ним сравнивают менее очевидный. Да? Большая часть Мишлей так написано, но не все так комментируют. Эбенезер приводит два пшата, например. Грац следует тоже второму пшату Эбенезера, что речь идет не о сравнении, а просто, что даже когда двери уже двигаются, потому что люди начинают выходить на работу или там заниматься Торой утром, а лентяй все еще валяется в своей кровати. Но, как я сказал, более мне подходит, кажется, для него дойти понятным объяснение, что вот везде, где возможно, нужно объяснять книгу Мишле именно вот как сравнение. Но как бы там ни было, этот пасух, согласно Гра, подсказывает, да, ленивых людей, которые утром рано валяются в кровати и не встают, как все. Да, любой из этих двух объяснений, во всяком случае, одну и ту же вещь хочет сказать, да, что лентяй, он не встает вовремя, как все нормальные люди. А второе, это вино днем. На это есть пасук в Кохелете. Помните, счастлива земля, у которого хороший, так сказать, офицер, да, глава, да, мэр, у которого все вовремя кушают, а плохо те, кто, да, если они пьют вино. Бегуры в Лобишети и так хазали, объясняют, что они, так сказать, силой руководят, а не с выпивкой. Да, часто правители, они много выпивают, и поэтому они не могут руководить нормально. И город весь покрывается, так сказать, коррупцией, плесенью. А хорошая страна, у которой правители энергичны и не напиваются в нем. Так сказать, в рабочее время. Вот. Заметьте, что говорит Мишна именно вино днем. Вечером они все пили вино в те времена. Вино не считалось зазорным пить немножко. Да? Люди не напивались, евреи не были пьянчугами, но немножко пили вино вечером. Это, наверное, хорошо было и для пищеварения, и перед сном вообще, может быть, неплохо. И потом у них же вода была вредной и плохой, грязной довольно, с микробами. И поэтому пить ее с вином алкогольным было хорошо. Оно, так сказать, убивало, да, заразу. Поэтому немножко вина вечером — это неплохо. А вот начинать день, да, после того, как он валялся всю первую половину дня, начинать потом день в полдень с того, что пить вино, это плохо. Поэтому, мне кажется, автор не сказал, что яйн шель эрев, да, питье вина вечером. Это и праведный человек может себе позволить. А именно питье днем в рабочее время — это нехорошо вином напиваться. Дальше, насчет пустого разговора, ну, на это есть много стихов, например, он цитирует из Йошуа, он уже несколько раз цитировал этот стих, кажется, в начале Йошуа, что пусть Тора не уйдет в своих уст, да, поэтому он, человек, который, значит, ведет наоборот себя, он, вместо того, чтобы говорить о Торе, он говорит о пустоте и щите, да, болтает пустые разговоры детские. И, наконец, сидеть среди необразованных людей, это, опять же, он цитирует, снова уже цитировал первый псалом. Говорится о том, чтобы человек не
сидел среди лейцин, да, среди пустырей, среди шутников, занимался вместо этого Торой. Окей, вот следующая Мишна, она очень сложная, на мой взгляд. Ну, Гра опять же не пытался объяснить Мишну, он пытался найти источники. Но эта Мишна, она как бы требует от нас объяснения, да, это одна из таких Мишнает, которые, казалось бы, спроси сразу, что вообще это может иметься в виду. Это не нужно быть гением, чтобы спросить. Знаете, есть такие места, где любой читающий сразу, вау, а что вообще может тут иметься в виду? Скажем, в начале Мишлей, да, говорится, что автор, ну, считается по традиции, что это Шломо, говорит какому-то молодому человеку следующее наставление, да, мудрейший из людей говорит следующее наставление, что не соединяйся с бандитами, даже если они тебя говорят, что они поделят добычу с тобой, да, и все равно не будь с ними, да, вместе бандитом и вором, и, да, не присоединяйся к каким-то мафиям и разным разным группировкам, да, которые пытаются, так сказать, невинных людей поймать и ограбить, и убить. Да. Казалось бы, что мы не знаем такого, это вообще, так сказать, что за совет дается. Так вот, на это у меня была идея, что имеется в виду именно группировки, которые объясняют все, что они делают, как бы, наоборот, для блага людей. Вот, как, например, ранние коммунисты, сколько лет на это пошли. Да, считали, что это, так сказать, требовалось, да, отобрать у богатых и разделить между бедными, только так сможет общество существовать. Да, так сказать, шестеренки революции им требуются смазка из крови человеческой, но как только мы отделаемся от всех этих злодеев, которые у нас отобрали то, что нам принадлежит, от всех этих эксплуататоров, которые уже достаточно пили кровь наций, как только мы от них отделаемся, вот тогда общество будет жить в святости и в радости, и всем будет очень хорошо. Да, это была идея военного коммунизма, так сказать, да, или большевизма. А чем дело кончилось, мы знаем, во что это все превратилось. Вот, поэтому, хотя они пытались, так сказать, сначала превратить людей в нелюдей, как Гитлер сделал с евреями, они фактически делали это с богатыми. То есть ранние концлагеря, которые Советский Союз делал, да, разные гулаги еще долго до войны, они были практически такими же жестокими, как лагеря Гитлера в основном. В любом случае, не менее жестокие, чем гетто, который сделал Гитлер в начале, да. А при этом, как такое может произойти, что люди на это пойдут? Люди же имеют обычно натуральным образом какое-то милосердие, да, люди не жестокие по природе в большинстве своем. Но можно так с помощью пропаганды превратить жертвы в нелюдей, да, так же, как евреев превратила Германия в нелюдей. И как бы не жалко становится вдруг немцу уже, это вроде, да, такие нелюди, такие пиявки, которые пили нашу кровь, которых только нужно раздавить. Так вот так же Советский Союз превратил богатых всех. Фактически в самом начале, после революции, множество и множество людей, образованных, богатых, многие из которых вообще не были против революции, наоборот, даже поддерживали, многие были либеральны. Я читал, например, одну очень хорошую книгу, написанную человеком, который ему удалось убежать в Финляндию из концлагеря вместе с женой и с сыном. Очень удивительная вещь. И вот он описывает, в том числе она, часть книги написана ею. Это было вот в конце 20-х годов ему удалось убежать. А может быть, в начале 30-х. В всяком случае, он описывает, и она описывает, как они были, как раз они не были против революции, а она вообще была из профессорской семьи, которая была очень большой либерал. И он считал, что это очень хорошо, и теперь-то будет настоящее, да, после того, как царское правительство сброшено, будет всем очень хорошо. И они были очень образованные люди, а в результате его, значит, сделали из него вредителя, и он чуть не погиб. Он описывает все вот в свое время в тюрьме, и потом, как он был в концлагере, в ГУЛАГе, и как ему удалось бежать. И это, в общем, удивительная история, но главное, что страдания, которые он описывает, они очень похожи на истории Холокоста. Вот то, что я читал про Холокост, много разных книг. Они очень по уровню страданий похожи. То есть Советский Союз был не менее жестоким, просто в данном случае были не выбраны евреи только. Были выбраны все богачи, как раз евреи в основном были бедные, многие из евреев даже в начале после революции что-то выиграли чуть-чуть временно. Но, по крайней мере, да, в отношении вот превращения обычных людей, многие из которых были очень хорошими людьми, в основном ничего плохого в них не было, превращать их в нелюдей сначала. И потом смерти, да, смертный приговор требует общества, да, эти митинги постоянные, что требуют от них, да, от вредителей, что им нужно обязательно дать смерти, да, расстрел. И вот превратили общество фактически в кровожадных людей, которые видят в богатых самое большое зло и пытаются их уничтожить с лютой ненавистью, со злобой, со зверствами. И
Все это описывается, так сказать, в контексте, что наоборот, это, так сказать, таким образом будет всем хорошо, и это нужно только убрать всю эту нечисть от нас, и будет ярость благородная, так сказать, восторжествует, и будет всем хорошо. Вот. И, может быть, это имел в виду, имеется в виду в начале Мишлей, да, что вот этот бандитизм и эти зверства, да, никакого оправдания не имеют, и ничего не получится. И то, что говорит, что будет у всех равно, да, киса хады или кулан, у нас будет общий кошелек, да, ничего не получится. Все будет наоборот, да. Как в результате эта мясорубка потом и поглотила тех же самых революционеров. И в том числе Сталин хорошо почистил там еврейскую составляющую. Кроме Кагановича, там вообще евреев не осталось. А у нас, кстати, это сейчас происходит частично в Америке. Еще не полностью, Барух Ашем, но частично. Да, у нас тоже есть маленькие Ленины свои. И тот, кто сейчас в Белом доме, и вот тех, кого могут выбрать дальше. Да, Элизабет Уоррен, например. То есть люди, которые фактически с лютой ненавистью относятся ко всем богатым. Да, считают, что нужно у них конфисковать или как-то их, да, обложить огромными налогами, чтобы они свою лепту внесли. Хотя богатые так отдают гораздо больше, да, 90% доходов страны идет от 10% населения, от самых богатых. Они и так отдают более чем достаточно, еще и много дают за бесплатно, да, в Америке очень принято давать. Все практически богатые люди дают очень много на цедаку, то есть на разные организации, на разных бедных и в разные страны. И при всем при этом народ пытается разозлить против них. И также в особенности используют, вот опять же, козырь черных там разных, да, нацменов, что их, так сказать, оказывается, вина не смыта никогда перед ними, и они должны, значит, протестовать. Вот у нас сейчас только что, прямо как мы говорим, происходили в Балтиморе, прекрасный был когда-то город, происходило вот то, что когда-то было в Лос-Анджелесе. Настоящие погромы там происходили, правда, Барух Ашем еще никто не умер, но, во всяком случае, сжигали, там больше сотни машин уничтожили, магазины, бизнесы, все превращались в свалку, потому что черные, так сказать, им нужно было дать свой гнев выразить, да, потому что какой-то черный, которого арестовали, там он погиб при, да, какой-то из их криминалов, да, но за это, так сказать, они должны теперь выразить свой гнев и против полицейских, и против вообще народа, вот, поэтому я хочу сказать, что у нас, к сожалению, даже в такой стране, как Америка, повторяется история заново, то, что когда-то произошло, ну, до известной степени, еще не до такой степени дошло в Америке, но то, что произошло в России, в Советском Союзе, и то, что происходило в других странах, может вылиться даже в благополучной стране, как Америка. Да, в Англии тоже сколько-то лет назад происходило, когда обычные люди ходили, все грабили, уничтожали на своем пути, и полицейские бездействовали. Да. Вот. Поэтому я хочу сказать, что, к сожалению, так сказать, урок Мишлей повторяется. Хотя эти люди как бы чувствуют, что наоборот, это правильно, это, так сказать, выстраивает справедливость. Да, но автор Мишлей сразу ставит все на свои места. Это несправедливость, это обычный бандитизм. Как Хофицхайм в свое время говорил, да, что в конце Торы говорится «Лой ави ашем слово хло», имеется в виду такого типа тоже люди. Они говорят, что я не просто вор и бандит, я коммунист, у меня высокие идеи, или я там, допустим, нацист, да, у меня идеи арийской нации, очищения мира от еврейского засилия, да. Но Всевышний не простит таких людей. Он не скажет, что ты проследовал идеологии неправильной. Да, жестокая идеология, она идет вразрез с натуральными желаниями человека. Если людей обучают жестокости, они должны понять, что это неправильно. А был один человек, живший в Ливане, он говорит, что он родился в Ган-Эдене, араб. И было действительно очень хорошо, пока он там жил. Когда-то в Ливане было, знаете, как говорится, его называли Сингапуром Ближнего Востока. В Ливане было когда-то очень хорошо. И он, знаете, у них там росли разные фрукты в саду, и был, в общем, мир, и было очень хорошо. Потом, значит, туда пустили PLO, да, вот эту организацию Арафата, после того, как их Иордан изгнал, Иордания их изгнала, и они попали в, их выпустило ливанское правительство. И начался полный хаос. А позже вообще Хизбулла появилась, в общем, появились разные радикальные группировки. Так он рассказывает такую историю, что его муло, его, так сказать, священник мусульманский, да, его учитель, он, когда увидел, что происходит, он стал говорить, что они неправы. Он тоже мусульманин, но он считал, что это неправильно то, что они делают. Так они его просто убили. И что сделал этот человек? Он, кстати, стал шпионом для Израиля. Он втерся в доверие там, в Хизбулла и стал одним из шпионов для Израиля. Однажды они его подозревали, так они его пытали, но он все равно ничего не выдал. А позже он переехал в Цфат и перешел в иудаизм. Вот такой араб интересный. Я просто хочу сказать, что мы видим, что
люди, у них есть какое-то натуральное понимание правильных вещей, что его Мулло понял, что то, что делают эти жестокие злодеи, это неправильно. Хотя он тоже мог это объяснить, что по Корану нужно быть джихад вести, еще что-то. Но он понял, его Мулло понял, что это неправильно. А натурально люди должны чувствовать, что это неправильно так себя вести. Но когда вот лидерами становятся жестокие люди, типа Арафата, Саддама Хусейна, аятолы разные в Иране, то общество из-за этого может за ними пойти, и большая часть общества мучается, а другие, кто пытается возродить, иногда платят за это своей жизнью. Это тоже несчастье нашего мира, что если большинство людей, я верю, хорошие, то когда к власти приходит небольшое количество негодяев, то они могут, к сожалению, все общество превратить в негодяев, или, во всяком случае, контролировать достаточно, чтобы увести мир к разрушению большому. Поэтому так важно, чтобы праведные люди хотя бы там, где они могут, выступали и не были пассивны. Да? У нас иногда в Америке апатия. Вот Обама выбрали, а большинство республиканцев или большая часть даже не ходили голосовать, чтобы не избрали его второй раз. Да? Если бы, например, все республиканцы пошли просто голосовать и проголосовали бы за Ромни, то тогда не было бы у нас Обамы на второй срок. Но люди часто, у них апатия, или у них еще там яцергара, говорят, а Ромни, он там мормон, еще что-то. Не буду голосовать ни за того, ни за другого. Да, зато негры, они все пошли голосовать за Обаму, это у них проблемы не было. Хотя он тоже далек от общего негритянского общества в Америке. Да? Обама же у него ничего общего с ними не имеет. Он как раз потомок рабовладельцев, а не рабов. Он же не из американских негров. Вот. Поэтому Обама, казалось бы, да, наполовину белый, да, из такой радикальной тоже белой семьи. Его мама была, у нас по-английски называют white trash, да, белый мусор. Вот, а выходил замуж только исключительно за врагов Америки, да, за разных там, жила в Индонезии какое-то время вместе с своим сыночком. В общем, мама у него white trash, отец у него был, видимо, из потомков рабовладельцев, во всяком случае, не рабов. И какое он отношение имеет к американским неграм, которые имеют какую-то свою историю, какие-то у них там свои, действительно, несчастья во время там рабовладельческого строя. Нельзя закрыть на это глаза, что им было нелегко, скажем так. Вот. Но, тем не менее, они за Обаму голосуют, и никто не рассуждает, что Обама не один из нас. А американские христиане почему-то за Ромни не стали голосовать большой частью, да, и вообще не пошли голосовать, решив, что раз он не принадлежит такой же группе, как они, что он не обычный баптист, там, допустим, а он мормон, то лучше бы не будем голосовать ни за того, ни за другого. Вот из-за таких получается, что потом приходят к власти Обамы всякие в мире, да. Израильтяне, во всяком случае, сообразили и пошли голосовать, и смогли выбрать в этот раз Нетаньяху, хотя непонятно, как у него сделать ли он коалишн, да, и как ему это удастся, и кто будет в этом правительстве. Я сейчас говорю этот урок, может быть, сегодня же, или, возможно, на днях это решится, я надеюсь, что будет какое-то нормальное правительство сформировано. Крайне мере, израильтяне, они более готовы опомниться, маленькая страна, все-таки люди больше понимают кибенавшамгу, да, что это зависит от этого их выживания. А вот в Америке, видите, какие у нас, в общем, такая повальная апатия, что, может, около, чуть больше половины людей вообще ходят голосовать. Вот. Так вот, как бы там ни было, вот наша Мишна, возвращаясь к ней, тут тоже очень много непонятного. А именно, что сказал Раби Элиазар Хамадай, да? Вообще, он был большой даршан, Хазаль говорит про него, что он там лучше всех некоторые псуки объяснял. Так он сказал очень странную вещь. Он сказал, что тот, кто оскверняет святые, видимо, святые части жертв, и тот, кто издевается над праздниками, ну, Хазаль говорит, что это и холомоид включает. И тот, кто, ну, то есть недостаточно серьезно относится к холомоиду, считает, что это как будний день. И тот, кто обижает человека публично, да, заставляет его бледнеть публично. И тот, кто оскверняет союз Авраама, имеется в виду, что он оттягивает крайнюю плоть, да, не делает себя необрезанным, как бы, похоже, это имеется в виду. Про них, да, и также тот, кто говорит, объясняет Тору неправильно, то есть, видимо, юридически какие-то объяснения дает Торе, может быть, это имеется в виду. Про этих людей, говорится, дальше у них есть много Торы и добрых дел, у них нет участия в будущем мире. Ну, какие очевидные вопросы к этой Мишне? Самый, так сказать, очевидный, что как может человек быть, который обрезание свое либо не сделал, либо снова оттянул, чтобы быть необрезанным, как у него может быть множество добрых дел и Торы? Да, ведь если бы просто сказали много добрых дел, я подумал бы, что это секулярный еврей, который делает много добрых дел просто. Это я еще могу понять. Но, говорится, Тора и много добрых дел, имеется в виду, наверняка, что человек соблюдает заповеди и изучает Тору. Да, то есть ортодоксальный еврей праведный. Как же такой человек может быть необрезанным, да, или оттягивать себя крайнюю плоть, чтобы казаться необрезанным? Это как бы две вещи, которые вроде невозможно одновременно быть, да, что это противоречивые вещи. Человек, который
пытается даже обрезание осквернить, да, и вернуть назад себя как необрезанного сделать, то, представляете, такой человек, он не будет иметь много Торы и добрых дел. И еще непонятно, что как он в смесь поместил совершенно разные уровни запретов, да, это как если бы сказали, что человек, скажем, который носит шатность, и человек, который ломает публично субботу, и человек, который поклоняется идолам, да, даже если у него есть много добрых дел, он не получает в будущем мире, например. Да, непонятно, как можно сравнивать, скажем, какой-то конкретный грех, типа шатнеса, и такие грехи, как, скажем, идолопоклонство. Как он мог смешать, да, если он вообще говорит о заповедях, которые нужно соблюдать, почему именно эти выбраны? Как он мог смешать человека, который, скажем, не соблюдает холомоэ, с человеком, который делает себя необрезанным? Да, это же совершенно разного калибра запреты. И, ну, тот, кто обижает другого публично, хотя действительно даршин, что этот человек может потерять часть в будущем мире, да, тот, кто публично заставляет человека бледнеть. Я это не беру буквально, как я уже говорил про многие из этих мишнаёт, но хотя бы можно понять, почему это в категории очень серьезного греха. Но, извините меня, холомоэ, это все-таки не то же самое, что... Да, и также вот этот Михалел Кедошим, при чем здесь это, и почему этот про Коинов вроде речь идет. То есть совершенно непонятная коллекция каких-то, набор каких-то четырех вещей, которые вроде никакого отношения друг к другу не имеют. Оскверняющие святые части жертв, не соблюдающие как следует праздники, или, так сказать, мибазы, да, издевающиеся над праздниками, но имеется в виду, согласно сказать, холомоид, заставляющий бледнеть другого, или тот, кто... скрывает союз Авраама. Я бы подумал, если бы не слова комментаторов и самих Хазар по отношению к этой Мишне, что каждый из этих случаев, которые здесь описаны, таки может быть гораздо меньше, чем кажется на первый взгляд. И поэтому действительно, может быть, можно сказать, что речь идет действительно о запретах, которые человек, у которого много Торы и добрых дел, при этом может иметь эти запреты на своей душе. И хочет сказать Рабби Элиэзер Хамадай, что его Тора не компенсирует эти запреты. И тоже, наверное, не в буквальном смысле, но он хотел сказать, чтобы люди были осторожны. И привел пример четырех вещей. Ну, Михалера Такидоши можно много разных объяснений дать, но, во всяком случае, это какое-то недостаточное уважение к святым жертвам, да, которые, видимо, в коем случае храм, или даже обычный еврей, который приносит, что-то делает не совсем правильно в чистоте и нечистоте ритуальной. Издевающийся над праздниками, в этом как раз объяснение Хазаль очень имеет смысл, что именно имеется в виду холомоэд, который, по многим мнениям, только драбанан, и все равно нужно быть особенно осторожным с ним. Тот, кто делает, чтобы побледнел другой публично, как мы уже сказали, это именно нужно подчеркнуть, потому что мы подумали, что в этом особенного запрета нет, да, обидеть другого человека публично. Поэтому Хазаль сравнивает это действительно, как будто его убил, да, что кровь ушла от лица, как будто его убил в каком-то смысле. Я уже сказал, что я не понимаю это буквально, но, во всяком случае, понятно, что хочет сказать автор. И тогда остается только вот необрезанность, да, это кажется странным, чтобы было в той же категории, что остальные три. Поэтому я бы подумал, что не имеется в виду необрезанность мамаши, а имеется в виду осквернение союза Авраама, то есть он имеет какие-то запрещенные связи, которые мамаш Торы не запрещены. Например, по многим мнениям, имеет отношение с Гойкой, это только запрет раввинов. То есть есть люди, у которых есть Ецер-Ара большая, они при этом могут заниматься Торой, соблюдать заповеди. Это и здесь встречается среди религиозных евреев сегодня, те, кто ходит в публичные дома. Поэтому если он использует свой, так сказать, союз Авраама Авину, он его оскверняет тем, что имеет отношение с гойками, или там какие-то другие запрещенные вещи делает, которые, в общем, даже, может быть, Торой не запрещены, или, во всяком случае, не так уж строго запрещены в глазах людей. Но при этом автор хочет подчеркнуть, что это не маленький грех. Пусть этот грех не будет маленьким. Рамбам тоже пишет, что пусть и грехи в ваших глазах не будут маленькими, хотя на это вроде нету конкретного запрета Торы. Хотя есть люди, которые считают, есть комментаторы, которые считают, что есть запрет Торы, или в основном случае подсказка в Торе на запрещенной связи с Гойкой тоже. В общем, как бы там ни было, мне бы показалось, что это имеется в виду в нашей Мишне, но мы сейчас перейдем к Гра. Гра, как обычно, приводит источники. Значит, осквернение... святых он приводит из Ехескеля пасук, там говорится разные грехи евреев, в том числе ты святые мои жертвы базита, да, издевалась над ними. Нашей нации, он говорит. И также в начале Шмуэля, да, говорится про детей Эли, которые недостаточно серьезно относились к жертвам и неуважительно, да, и с презрением определенно, видимо, или в этом случае не как следует все делали. Хазага, что они не торопились приносить жертву, и люди из-за этого там подолгу ждали, в особенности женщины, и получалось, что они там спят изо дня в день, пока наконец их жертву не принесут, а женщин же много было жертв разных, из-за родов, из-за зивы, да, из-за разных видов крови, которые выходят не вовремя, поэтому женщины приходили своих птичек принести, а они их не сразу принимали,
И пошли слухи, что они этих женщин используют для отношений, поэтому они там спят изо дня в день и не могут уйти оттуда. И Всевышний сказал, что будет большое проклятие на детей Эли из-за того, что они вот так вот поступают. Хотя он не подтвердил, что если на самом деле, да, Эли никогда не подтвердил, если на самом деле в этих слухах мамаш, да, может быть, на самом деле, как Хазаль считает, что дети Эли не трогали никаких женщин, но так они не торопились приносить жертвы, то ситуация, которая образовалась, в результате привела к тому, что был большой хилул Ашем. Осквернение имени Всевышнего и также неуважение к жертвам. Там пример Танахе тоже описывается, что, скажем, раньше времени мясо они забирали, еще даже когда жертва сама не принесена, те части, которые им положены. Тоже на это находят немножко оправдание, что, может, не боялись, что простые люди, которые приносят амарацим, они, может, сделать нечистым эту жертву, поэтому они поскорее ее забирали. Но выглядело, как будто они же жадные и голодные, и требуют больше, чем им положено, и еще и раньше времени берут. А то, что они больше получали, чем положено, да, там какой-то, сколько вилка с тремя зубьями возьмет, столько им пойдет, или что-то в этом роде. Это объясняют, ну, те, кто хотят найти на них оправдание, комментаторы, объясняют, что, может быть, в тот период времени, так как мало людей ходили вообще в шило, то им не хватало мяса, и поэтому они установили закон, что будут брать больше от жертвы, чем положено обычно коинам. В общем, что бы они делали не так, Всевышний очень сильно на них разозлился и проклял весь этот род, как описывается в книге Шмуэля в начале. Значит, вторая вещь. Тот, кто издевается над праздниками, да, Хазаль говорят, что не зря в Торе написано рядом законы праздников и законы запрета идолопоклонства. Элохейма сехало та селах, да, не делай себе богов из литых, да, из каких-то материалов, да, идолов все не делай. Говорится сразу, это хага мацот и шмор, соблюдай да, праздник мацот, праздник в Песах. Поэтому говорят Хазаль, что тот, кто не соблюдает, как сказать, праздник, он как будто оскверняет, как будто поклоняется идолам мамаш. Теперь, насчет того, что кто-то другого человека заставляет бледнеть, это он приводит пасук, даже не пасук, а целая история, из того, что Тамар не хотела говорить, что она от Иуды беременна. Готова была принять даже смерть, Хазаль такой случай объясняет, что она не хотела бежать Иуду, готова была пойти на смерть, потому что нельзя обижать других людей. И, наконец, последнее, да, то, что... здесь еще два, на самом деле, да, два. Те, кто, значит, не... те, кто скверняют союз Авраама Авину, и те, кто Тору объясняют не как положено, как я сказал, юридическими, видимо, объяснениями какими-то, судя по всему. Во всяком случае, или близкими к этому объяснениями. В всяком случае, объясняет Гра так, что, значит... Двар Хашем Ваза, говорится, что Кидвар Хашем Ваза, этот человек, он слово Всевышнего презрел. Вед Мицватав Хефар. И его мицвы он осквернил. Так вот, Хазаль Даршин, что имеется в виду эти две вещи. Двар Хашем Ваза, это то, что это пасук в Бамидбар, 15 главе. Там вообще речь не идет о другом. В простом смысле речь идет вообще о поклонстве, похоже. Но, по крайней мере, Хазаль Даршин, человек, который эти две вещи сделал, Двар Хашем Ваза, это если он мегале по ним бетора, да, что он неправильно объясняет Тору специально, а Мисвата Хефар, это имеется в виду именно союз Авраама. Да. Но, в общем, получается, что он пасук не нашел, который мамаш об этом говорит, только в общих чертах подсказку какую-то под Раши Хазаль. И на этом заканчивается наш урок. Лерифо Шлемо, Эсаха, Бехолиним, Шеляго, Батасю, Бехоли Исраэль.